Приветствую всех зрителей моего канала. Мне много поступает вопросов по проекту Forever, то есть новогодней программы. И сегодня я решил записать полностью обзор, то есть рассказать все, как я буду работать, как здесь можно будет хорошо заработать. Ну, во-первых, начнем с того, что ограничений на очередь нет. То есть вы можете закупать как можно больше очередей, это будет вам плюс. То есть каждая ваша очередь закуплена, она выводит вас на $758. То есть неважно, вы можете купить 10, 20, 30. В общем, закупайте как можно больше. Я лично зашел на $50, это видно в моей истории. То есть 5 мест я закупил. Для чего я закупил 5 мест? Для того, чтобы получить даже по $28, если 5 мест закрывается, я получаю там 200, ой, $130. То есть по прохождению первой матрички и второй матрички. То есть это выгодно. То есть это только с первых матричек. А есть еще второй ярус, где я, получается, за 70 я упаду сюда, и будет выплата $730. То есть представьте, например, 5 выплат по 730, сколько я получаю. Ну, в общем, огромные деньги будут. Но для этого нужны люди. Как сделать так, чтобы людей было намного больше, чтобы закупалось как можно больше? Для этого придумали стимуляторы. То есть стимулятор — это мы платим каждые 10 дней по $1. Зачем мы платим по $1? Для того, чтобы мы могли приумножиться и чтобы добавлялся еще как можно больше мест. То есть вот, к примеру, $1 вы занимаете стимулятор, 10 дней вам приписывается, вы приходите во второй стимулятор, вывод с него $3. То есть вы уже в плюсе, вы можете опять закупить 3 стимулятора на этих $3. И по прохождению вы выскакиваете снова же на $10. То есть это ваш бесплатный уже будет аккаунт. То есть за $1 вы получаете, в общем, место в очереди за $10. Это круто. Но здесь нужно, конечно, стимуляторы как можно больше, чтобы закупали. А они будут закупать, потому что это принудительно, чтобы очередь не заблокировалась. Кто не будет проплачивать стимуляторы, то есть очередь заблокируется. Здесь не так работает, что в обычных очередях вы просто заняли место и все, и до свидания. То есть можно там забыть про проект, может рано или поздно там впадет деньги. Нет, здесь можно закупить как можно больше стимуляторов. Эти стимуляторы выводят вас на первую елочку. По прохождению первой елочки вы попадаете на вторую елочку, выплата $28, потом вы заходите на $70. Это можно проскочить, можно зайти сразу на 70. Вы проскакиваете 70. Здесь выплата $730. То есть со второй елочки после 70 это вот реально прибыль. То есть вам получается приходит $730. Это реально крутой вывод, вы можете вывести. А чем больше у вас будет мест, чем раньше и больше мест вы займете, тем больше вы заработаете. Вот такая вот система, как пополнить баланс, я уже показывал, наверное. То есть нажимаете пополнить, вот, пишите, какую сумму нужно вводить, какой кошелек, вот. Ну, в общем, вот такая вот система уже прикинула. В общем, вот так перекидывает вас на Payeer, нажимаете елочка 1, хочешь вторую елочку, заказывайте сразу елочку вторую, то есть так можно пополнить. Здесь можно мест закупать неограниченно, в этом весь и плюс. Будет писаться, когда вы на выплату, то есть, к примеру, здесь пишите всего участников один. Почему сейчас один участник? Потому что это админ, админский аккаунт стоит. После него будет уже выставляться другие места. То есть второй, третий, четвертый, пятый. Зайдете в сотый, это не важно, какие вы зайдете. Если у вас будет куча аккаунтов, вы представьте, если, например, вы купите там, например, 30, 31, 32 аккаунт. И у вас сразу три аккаунта выйдет на $758. И это, ну, 100%. Если вы будете оплачивать стимулятор, стимуляторы будут выводить других людей на еще одну покупку за $10. То есть это выгодно. Потом будет покупка за $70. Ну, в общем, вы представьте, сколько можно закупить места именно сейчас, до старта. Сколько, чем меньше людей, тем лучше нам будет. Потому что потом уже будут заходить стимуляторы, которые будут продвигать нас уже дальше, дальше, дальше. То есть выплат будет очень много. Деньги будут здесь хорошие. То есть, например, вот напишется активная очередь. Здесь будет писаться, какое место вы заняли. И здесь будет писаться, которое место закрылось. То есть это выгодно. То есть здесь пишется, это реальная живая очередь, где, ну, знаете, мне так смешно, что в матрицу я зову людей, люди заходят без разговора. А вот живую очередь они опасаются. Здесь не такая живая очередь, которую вы бы там боитесь сильно. Здесь все понятно, здесь все круто, но вот реально круто. Мне идея очень сильно понравилась. Мне понравилось, что можно куча мест закупать. Мне понравилось то, что здесь коротенькие матрицы. И мне понравилось то, что здесь постоянно будут реинвесты. Даже человек проходит вторую елочку, вот здесь выходит на $70.
У него идет реинвест в первую матрицу. Это реально круто. То есть постоянные реинвесты будут. И выплаты будут, ну, огромные. Так же самое стимулятор, вы постоянно выходите на первую елочку, и это круто. То есть мест будет очень много. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео. Всем хороших заработков, пока.